что такое зло и что такое добро. Ну, древо познания, добра и зла. Ну, что это такое добро? Добро – это то, что стоит ради поддержания жизни. А зло – это то, что наоборот. Конечно. А как понять, например, это добро или зло? Что значит поддержание жизни? Ну, женщины это очень хорошо понимают, а мужчины не очень, потому что мужчины все время самоутверждаются. А это для чего нужно? Откуда у них инстинкт такой самоутверждения, когда они мерятся все время между собой? Ну, понятно почему. Потому что в этом инстинкте тоже есть момент, когда они, самоутверждаясь, этим самым невольно отстраняются от ситуации и могут потом посмотреть на нее со стороны. А женщины, они смотрят на пользу. Может, польза будет какая, и берут. Они более адаптивны. Мне так кажется. Напишите в комментах, как вы думаете. Это очень важно, чтобы мы познавали друг друга лучше, потому что одни и те же слова у нас вызывают разные ассоциации. Совершенно разные. До встречи.